Администрация округа отремонтировала дороги на Фанерном, в Орлово. Теперь асфальт укладывают в микрорайоне Штаб и Дмитриевской Слободе. Об этом в своих соцсетях объявил глава округа Евгений Рычков, традиционно предупредив жителей о неудобстве, связанном с ремонтом. С 16 августа проводятся работы по асфальтировке на улицах Окская, Садовая, 2-й Казанский проезд, Июльский переулок и Казанская. Конец цитаты. На улице Садовой уже успели уложить новый асфальт. Следующая – Окская. Напомним, работы производятся в рамках проекта «Город ровных дорог». Общая площадь асфальтирования вышеуказанных улиц составит почти 10 тысяч квадратных метров.